Привет, друзья, снова. Очень важная информация. Сейчас обращаю ваше внимание. Значит, у меня в руках 99-я камера серии Mark II, и на ней одет 135-й объектив Zeiss. Тот самый отверточный объектив, как вы видите. Соответственно, давайте посмотрим, как на нем будет работать датчики автофокусировки. Какие задействуются. Ну, кстати говоря, вот сейчас можно видно, как они здесь нарисованы и что они собой представляют. Ну, почти полностью занимают площадь матрицы. Вот, и вот наша любимая девушка. Давайте ее попробуем сфотографировать. Угол. Ну, давайте попробуем изменить направление зоны фокусировки. Меняем. Регулируем ее. Куда она сдвинется? Ну, вот туда вот такой вот треугольничек, вот этот вот самый, вот максимальный угол возможный, куда это может привести. И еще раз пробуем фотографировать девушку этим самым углом. Ну, в принципе, да, почти. Да, это не вся площадь. Ну, это уже очень много, это очень хорошо. Ну и, кстати говоря, по словам Андрея Курганова, сейчас тестируется большое количество объективов, именно моторных объективов, их работа с камеры 99.2, и дальше будет какая-то официальная информация о том, какие объективы поддерживаются, какие нет. По его словам, что не исключаю такой возможности, что и Minolta тоже будет точно так же великолепно работать этой камерой. Вот девушка в углу у нас фотографируется. За что и огромное спасибо. Ну, кстати, со 135-м он всегда был, конечно, не из шустрых объективов. Давайте изменим еще раз зону. Нашу интересную. Кстати говоря, вот не задействуется следящий АФ. Он не активен. Регулируемое расширенное пятно, да, работает. Ну и на этом все, в принципе. То есть какой-то следящего здесь невозможно. Так, попробуем на самом деле сейчас еще изменить режим съемки. Залезем еще раз в меню, посмотрим, что здесь установлено, проверим все. И давайте еще раз пройдемся по меню. RAW опять не сжато. Сжато. RAW, JPEG. Формат. Выключен, включим на авто. Мы видим здесь, да, вот она AF, область в режиме авто. Ну, в принципе, здесь все достаточно стандартно для фотографии. Творческий стиль, портрет, да, удивительно. Кто-то его установил. Кому-то он был интересен. Давайте стандартный установим. Установим стандартный режим. И попробуем еще раз пофотографировать нашу девушку. Пока она... Вот она у нас уже. Вот, молодец. И опять на девушку. Достаточно шустро. Спасибо.